было пусто, и человек был прост. И мамонты не знали, что есть единорог. Сначала ели мясо, потом рубили лес. Потом у человека появился интерес. Бабки пилить бабки, братьи давать взятки, всех обиметь разом и не моргнуть глазом. Затем пришел преемник, потом возник вопрос, что круче всех на свете крутой единорог. И собралась элита у золотых ворот, чтобы во все отверстия иметь простой народ. Бабки пилить бабки, братьи давать взятки, ставить народ раком рядом с пустым баком. Они нас поют пивом и водкой из дерьма. Рекламными плакатами обклеена страна. Захочешь проблеваться, на билборды взгляни. Мы платим им откаты, а счастливы они. Бабки пилить бабки, брати давать взятки, кушать свое повидло, делать из нас быдло. Лучше об этом не говорить, у людей настроение портится. Опять нас этим мартом на выборы зовут. Заманят обещаниями и снова наебут. Их не осудит Путин, не пожурит медведь. На пенсию старухам уж лучше околеть. Бабки пилить бабки, братьев давать взятки. Поднимем все вагоны, суды и избиркомы. На театральной площади замерзли пацаны. Всем сдаться предлагается без боя и войны. И БМВ, и Шохин, и Сахаров Сергей бюджет страны распилят, и вновь до семь морей. Бабки пилить бабки, брать и давать взятки, всех отыметь разом и не моргнуть глазом. Включай свой телевизор, обманутый народ. Единая Россия на выборы идет. Единая Россия нам как отец и мать. Она бюджет распилит, нам чупа-чуп сосать. Бабки пилить бабки, брать и давать взятки, строить дворцы, виллы, брать нам пора виллы. Для такой страны, как наша, вопрос, который вы задали, имеет особый приоритет. Кремлевские бульдоги сцепились под ковром, в результате чего мы увидели задержание министра экономического развития России Алексея Улюкаева. И нас с утра просто завалили вопросами. Вот вы, фонд борьбы с коррупцией, считаете ли вы Улюкаева жуликом и не находите ли вы довольно странными обстоятельства его задержания? Отвечаю. Мы действительно находим очень странными обстоятельства задержания Улюкаева. Но тем не менее, безусловно, мы считаем его жуликом. Первое. Вот вам эксклюзивная информация от фонда борьбы с коррупцией. Мы немножко занимались министром Улюкаевым и даже нашли его незарегистрированный офшор в Республике Кипр. Офшор свежий, он был зарегистрирован в 2011 году, когда Улюкаев уже был первым зампредом Центрального банка России и действует до сих пор. Оформлен он на отца Улюкаева, но у нас нет ни малейших сомнений, что это просто попытка обойти антикоррупционное законодательство. Вряд ли можно предположить, что Валентин Улюкаев, которому сильно за 80, нуждается в офшорной фирме, и введении каких-то дел, и вообще ведет какие-то дела. Мы, к сожалению, так и не успели найти, для чего Улюкаев пользовался офшором. Мы предполагаем, что на него оформлялась зарубежная недвижимость Улюкаева. Но раз уж сейчас министра арестовали, то и расследование наше накрылось медным тазом, поэтому все документы на офшор мы публикуем, можете посмотреть по ссылке, и мы надеемся, что какие-нибудь журналисты покопаются в этом деле и что-то выяснят. В любом случае, я считаю, что когда федеральный министр и его семья крутят какие-то мутные тайные сделки с офшором,
партнерами, это характеризует их весьма определенным образом. Я в самом деле часто пребываю в такой неудовлетворенности собой и мировой гармонии, что называется, да, вот. Но это, наверное, никак не должно мешать решать практические задачи. Второе. В течение долгих лет Улюкаев возглавлял и возглавляет наблюдательный совет банка ВТБ. Возможно, самой коррупционной российской компании, где воруют открыто и воруют миллиарды. И Улюкаев либо участвовал в этом воровстве напрямую, либо покрывал его. Я сам вот лично помню очень хорошо те собрания акционеров ВТБ, где эти акционеры пытались выступать, рассказывать о случаях коррупции в банке, а Улюкаев пытался не давать сказать им ни слова. Третье. Даже задекларированные доходы Улюкаева выглядят как минимум подозрительно. Но смотрите, в 2015 году он декларирует 59 миллионов рублей дохода. Это почти миллион долларов. Это в 2,5 раза больше, чем получает президент США. Откуда это берется? В дополнение, жена Улюкаева показывает доход 15 миллионов рублей в год. Вот чем она таким занимается? Какой у нее бизнес, чтобы зарабатывать больше миллиона рублей в месяц? Это типичные коррупционные схемы, которые очень хорошо закреплены в российском правительстве, где у всех чиновников поголовно жены внезапно стали успешными предпринимателями. Четвертое. Улюкаев работает в путинском правительстве с 2000 года. 16 лет. А последние 3 года он работает министром. Я лещу себя надеждой, что я не очень плохой человек. И мне даже просто ужасно смешно слышать, что некоторые называют его сейчас либералом или системным либералом. Улюкаев – органическая часть этого режима. Он вырос вместе с ним. Он обогатился вместе с ним. Он построил карьеру вместе с ним. И в этом смысле Алексей Улюкаев – такая же часть коррупционной схемы, как какой-нибудь Сечин, Шувалов или Якунин. Они ничем не отличаются. Так что резюмирую. У нас нет никаких сомнений, что Улюкаев причастен к коррупции. Что касается конкретно этого обвинения, а заявляется, что он вымогал 2 миллиона долларов у компании «Роснефть», это выглядит просто смешно. Невероятно даже представить себе, как министр Улюкаев приходит к главе «Роснефти» Сечину, ближайшему другу Путина, и говорит ему: «Слушай, ты мне принеси 2 миллиона долларов в чемодане, а то я не дам положительное заключение о сделке с «Башнефтью». Я в такое не верю ни на секунду, и ни один нормальный человек не может в это поверить. Причем я отдельно хочу отметить, что уж глава «Роснефти» Сечин точно является в 100 раз большим жуликом, чем Улюкаев. И даже смешно сравнивать состояние Улюкаева с яхтами, домами Сечина. На эту тему можете посмотреть наше отдельное видео по этой ссылке. И мы все с вами отлично понимаем, что решение об этой возмутительной, вредной и коррупционной сделке, когда Роснефти разрешили приобрести компанию «Башнефть», принимали лично Путин и Медведев. Это не уровень принятия решений министра Улюкаева. И это довольно широко освещалось в прессе, и мы знаем все подробности этой сделки. Мое объяснение происходящего скорее политическое. Путин боится предательства собственных элит. Сейчас он чувствует угрозу не от народных волнений, не от какого-нибудь там, тем более, Госдепа США, а именно от возможного заговора и предательства внутри Кремля и правительства. А для того, чтобы этого избежать, нужно делать то, что делали авторитарные режимы всю историю человечества, а именно терроризировать собственное окружение. Посылать таким образом сигналы, чтобы всем было страшно. Для этого нужно время от времени кого-то арестовывать, причем вот такого неожиданного чувака типа Улюкаева. Чиновники пугают, в панике шепчутся, не понимают, что происходит, но в целом всем очень страшно, и всякие крамольные глупости сразу вылетают у них из головы. И для того, чтобы обезопасить себя на всякий случай, нужно быть еще большим лизоблюдом, чем ты был вчера. Так это работает с моей точки зрения.